На Калифорнию обрушилась самая мощная за четверть века буря. Больше всего страдает Лос-Анджелес и его окрестности. Порывы ветра, скорость которого достигает почти 30 метров в секунду, вырывают с корнем вековые деревья и сдувают крыши с ветхих построек. Проливной дождь затопил дороги, местами образовались провалы грунта. Машины уходят под землю буквально на глазах. Известно о гибели как минимум двух человек. Одного поразило током, когда его машину упал фонарный столб, другого потоком воды снесло в канаву. В аэропорту Лос-Анджелеса отменены и задержаны более 300 авиарейсов. Сотни домов остались без энергоснабжения.